Мамочка, мне очень хочется сказать, что ты у нас самая лучшая. Ты и нежная, и красивая, и лучезарная, и всегда находишь правильные слова в любой самый сложный момент жизни. Но иногда мне кажется, что ты очень сильная. Ты можешь абсолютно все в этой жизни. И сегодня мне хотелось бы пожелать... Да, Дусь? Да, мне тут подарок для мамы придумал. Можешь папу позвать, я с ним обсудить хочу. Да, конечно, сейчас я схожу. Папуль, ты очень занят сейчас? Когда рядом мы, когда рядом ты. Тебе лишь одной доверяю от сердца ключи, и я не жалею, любить я умею. Многое вместе должны мы с тобой пережить. Быть нужно отважным с такой красоткой. В тебя с головою бросаюсь, как бурное море. Не знаешь, куда тебя выбросит шумный прибой. Благословляю каждый светлый миг. Держи меня за руку, я буду всегда с тобой. Пусть открывается нам этот мир, и солнце в глазах моих с днем рождения тебе говори. Все возбуждается, вот идеал. Я не успеваю, ты так многогранна. Хочется жизнь с тобою одной на двоих разделить. Хоть мы не похожи, но я тебя слышу. Просто будь счастлива и неожиданно вспомни, как мы встречали рассветы в потоке любви. Благословляю каждый светлый миг. Держи меня за руку, я буду всегда с тобой. Пусть открывается нам этот мир, и солнце в глазах моих с днем рождения тебе говори. Я бы хотел, чтобы мы все вместе записали поздравления, но тоже сам хочу про тебя сказать. Я тебя очень сильно люблю, ценю. Ты у нас очень добрая. Дуся, я узнала у папы, и, во-первых, он занят, а во-вторых, мне кажется, что он тоже записывает маме какое-то поздравление. Ирка, ты у меня лучшая. Будь всегда рядом, ведь все это только начинается. А так хорошо жить, когда рядом ты. Когда вместе мы. Дети, я и ты. Най-нам, най-нам. Пап, мы хотели сделать общее поздравление. Но, ты знаешь, мы подумали, что
так как каждый видит маму по-разному, наверное, было бы лучше, если бы она услышала от каждого свое. Родные мои, мамина самая большая мечта, что ваша жизнь была вкусной. Приятного аппетита. Happy birthday to you.